Работаю с вашим двором. На данный момент проводим исследования. Вот, сегодня мы делаем встречу с подростками, но мы рады видеть всех, кто здесь есть. Предложить сделать коллаж. У нас очень много журналов, и из этих коллажей вырезать именно те самые там, картинки, которые подходят к вашим активностям. Я вчера делала уже один коллаж, у меня там одна трава росла. Думали о том, чем бы мы хотели заниматься во дворе. Очень важно, чтобы каждый из вас услышал и понял идеи других, потому что мы все живем в одном дворе. Вот, поэтому сейчас я предлагаю каждому презентовать нашей небольшой группе свой коллаж, рассказать, чем бы вы хотели заниматься. У нас во дворе было чуть-чуть спорта побольше. Еще хочу, чтобы был диван. Ну, то есть мягкая мебель, на которой было бы удобно сидеть, да? Чтобы во дворе было больше зелени, как можно больше, чтобы все было зеленое. Хоть не чтобы были тропинки. Ну, не тропинки, а тротуар. Вот. Чтобы не было машин на зеленых зонах, мусора. А чай-то школа? Да? Чтобы было много травы, разнесения цветов. Чтобы были разные фрукты, какая-нибудь площадка для спорта, бассейн, цветов было много, вот, чтобы было голубое яркое небо всегда, и чтобы можно было развлекаться. Так, ну что, кто еще? Есть у нас еще? Алина, авторы. Я делаю. Алина, ты еще делаешь? Мы хотим, чтобы у нас во дворе караоке-студия, чтобы все пели. Бассейн. Собачьи будки. Чтобы все дома были красивые. Все дома были красиво разрисованы. Граффити. Чтобы на нашей площадке было очень много цветов. Я даю вам задание думать в течение всей недели про ваш двор.